хороший красавец. Конечно, солнечные окрасы, рыжие животные всегда привлекают внимание. Они вот само по себе, сам по себе окрас, он веселый такой, он добрый, он располагает к общению. Ты поломаешь. Поломаешь что? Белинда же встань. Ай-яй-яй. Ну, король, ваше величество. Просто вот такой мушкетер у меня сейчас есть. Ну, красиво же смотрится. Ну, вообще замечательно. Ну, просто. Ну что, модель нам нужна. Красивая, великолепно поставленная уши. Коробка правильно оформлена. Холеные, холеные. Боже, тебя здесь не хватит. Он с таким смотрит, он прям с таким вожделением смотрит. Говорите обо мне, хвалите меня. Ну, этим мы и занимаемся. Мы на выставках только тем и занимаемся, что мы любим, холим и лелеем уши. Тут такой антикризисный запас, столько весу лишнего. Прямо, ну, точно никакой экономии в доме не предвидится и не получается. Очень яркое, нарядное животное и, на мой взгляд, шикарно показано на выставке. Шоу «Темперамент» — это залог успеха.